Ай-яй-яй! Пошел! Этот конченый меня опять спалил. Ты посмотри, что я делаю. Так, баночка. Вот это шикардос. Вон, видите, все, со всей округи. Со всей округи сейчас побежали. Ой, блядь. Ну почему я-то всегда, а? Так, все гаражики открыты. Кстати, у меня перчатки, наверное, коцаные, а нет, нормально. Нормуль перчи. Ну, я тут справедливости ради нормально отделался. Учитывая, как бы, сколько могло их прибежать, это нормально. Так, я тогда отремую свои чешки, потому что плохое качество здесь у тряпок. Поэтому новые смысла делать не будет. Опа! Ага, есть клиент. Не понял, это по нам сейчас или он от зомби отстреливается? Так, внимание, внимание, attention. Там челик параллельно с нами лутается. Калаш, кстати. Блин, здесь на другую сторону окна выходят. Тихо, зомби конченые. Или это он зомби загасил там все-таки, а не по нам. Ага, ага. Работает, работает мальчуган по зомби все-таки. Проводим операцию по вычислению. Привет, Дарк Пума. В этом здании или нет? Вот в чем вопрос. Еще вопрос в том, куда пойдет. Где он лутался, где нет. Блять, конченый на меня, походу, согрелся зомбак, блять. Это что, с кабанки стрельба пошла или что, блин? Так, попробуем такой маневр совершить. Вот сейчас я хочу занять казарму. Нормальные зажимы там на кабане. Так, все, слушать надо внимательно, слушай. Не вижу. Ага, вижу. Зашел в казарму. Так, я думаю, с глушителя так. Блин, он сейчас перебежит, походу, из этой казармы в следующую. Блин.
нет, лутается. Он все-таки лутается здесь. Крайне неудобно стрелять, конечно. Ладно, продолжаем наблюдение. Вычисляем мальчугана. Так, по второму этажу ходит. Вот сейчас надо пытаться его к окну подойдет, если шотать. Красавчик, быстро отходит вообще. Прикиньте, у меня игра свернулась, бля. Пиздец, куда он убежал? Почему этот конченый зомби ходит где-то здесь, блядь? Он не пошел в мою казарму, я бы его услышал. Ранили. Не знаю, почему в голову не прилетело. Возможно, он упал. Но это не точно. Вон он. Блять, в углу смогу прострелить, нет? Есть. Это он уже выдержать был не в состоянии. Вот и мой хороший, и химзу нам как раз пособирал. Так, поврежденный глушак. Фух, так, ну что, чувак сделал наш день. Он подлутал нам то, что было надо. Неудачно он сел, конечно. Вот у него химза такая, сякая. Короче, сейчас будем как-то распределять. Хреново куча магазинов таких, сяких. У него мосинка, кстати. Кстати, он не один может быть. Сейчас кореш меня придет и просто положит. Поэтому надо по-быстрому как-то раскидывать все это. Ну и слушать тоже заодно. Как раз я искал химзу и челик. Ее принес. Надо как-то перекидаться и уходить. То есть, по сути-то, вот мы и подлутались сейчас. По-другому не скажешь. Если, конечно, уйдем еще в целости и сохранности. Все в рюкзак, да-да-да, рюкзак в руки и драпать. Вариантов немного, он сейчас точно скажет, где он. И забрать меня ничего не будет стоить абсолютно. Поэтому мы просто сейчас поступим. Просто сюда все перетаскаем и все. Понимаете фишку? Так, это все скидываем и потом... Ни хрена ты, чувак, вообще хомячело. Просто еще больше меня, блин. Зачем уголь выбросил? Ну пока не дает, проще фильтры найти. И уголь тоже этот везде валяется. А, вот, слушайте, так у него калаш-то уже был. Ой, ты мой хороший. У него калашик-то уже, да-да-да, как хорошо. Чётенько здесь вообще по красоте. И чё, и где ты, блядь? Так, дело не пойдет. Уходим отсюда. Он здесь не один. Хорошо, что калаш забрали. Так. А вы что, на меня-то зомби сагрились? Вы что, конченые, что ли, вообще? Вообще дурачки, что ли? Нормально у вас все, нет?
Блин, у него мина была там или нет, я не помню. Сейчас надо посмотреть, что там еще к чему вообще. Так, вот вход. На, все забаррикадировать. Все, баррикадируем двери. Я не верю в такие совпадения, что это не его чувак. Он слишком много... Он дико налутан для одиночки. Мне нужна только химза. Больше я не могу вытащить. Я не могу смотреть дальнюю. То есть мне тут на самом деле оборону неудобно играть. Рулить. Сюда они не подойдут. То есть он будет высматривать где-то со стороны меня. Это если его друг. И мы теряем время. Потому что уходить надо либо сейчас... Либо мы просто, в принципе, отсюда не уйдем. Блять, не знаю, что с СКС-кой делать. Скинуть ее или что уже? Пришел. Просто без комментариев, блядь. Просто конч. Вы видели, блядь? Голова 100% была. Пиздец, блядь. Он сам поменял позицию. Пиздец, блядь. Просто конченые, блядь. Ну, он меня сейчас шотнет, нахуй, и все, блядь. Да ты же открыл этот кусок говняной двери. Ой, блядь. Ой, идите нахуй, нет, это пиздец. Ага, видел. Видел, видел. Он не меняет далеко позицию. Вон спор... Охуеть, вас сколько, блядь? Их трое? Так, уходим. Нас сейчас зажмут здесь. Там минимум двоих тел я еще видел, прикиньте. Минимум двое, минимум. Да пошли нахуй, зомбарьё конченое, блядь. Так что, как я и говорил, не один. Да какую сумку? Я с сумкой не уйду даже. Пиздец, блядь. Сейчас надо полностью позицию менять. Быстрее. Быстрее давай. Сейчас я их обойду тоже. Вон сейчас цинк займу. В цинке заебись должно быть. Зомби вроде под это. Давай, 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 давай. Сколько их там, непонятно. Начали обходить, они вот так по правой стороне меня. Догадаются, что я в цинке. Сейчас будем высматривать, чекать. О, есть клиент. Готов, родной.
Еще один шот. Ну что, остался один мальчуган. Опасные вы, смотрю, ребята. Наглые, точнее сказать, я бы больше сказал. Я знаю, что цинк простреливается. Но для этого же надо понять, куда простреливать. Я опять вынужден менять позицию, потому что, скорее всего, да, сейчас по зомби он поймет, этот чел, что я здесь. Я смотрю, этот встанет или нет, блин. Ну, я думаю, что он труп стопроцентный, только вот это меня удерживает от смены позиции. Но прилетело в голову, каски у него не было, поэтому думаю, что 99% надо уходить отсюда. Надо двигаться, быть активным, иначе нам будет матанга. О, да тут еще и этот конченый, блядь. Непонятно, где третий мальчуган может быть. Но того забрали, говорю, по-любому. Сейчас надо еще какую-то позицию найти, которая будет неочевидна. Цинке очень нравилось. Но я не убил его первым выстрелом, это мой косяк. И поэтому он мог... Так, он нас нашел. Мальчишка. Готов третий. 101. Но если это, господа, лайка не заслуживает, то тогда я не знаю, что. Я адреналинчика хапнул столько, что почти описался прямо здесь и сейчас на стуле. Так. Все-таки выследил меня. Да, это было жестко. Самое ценное у него забираем. Кстати, вот у него ножик нормальный. Пожалуйста, только пускай у вас не будет 4 человека. Все-таки он меня высмотрел по перемещениям. Так, ну пускай его лут исчезает, нам у него ничего не нужно. Блин, гранат уже не хватает, а гранаты надо, я бы гранаты захотел. Смотрите, смотрите, сколько они гранат налутали, жесть. Вот это хомяки. Вот это хомячелы, блин, ё-моё. Так, ушатал он меня в куртку полностью. Я ему тоже.
заминировать его. У него мины, к сожалению, нет, я бы заминировал. Сейчас надо до рюкзака добраться. То есть я предполагаю, что это, слава богу, последний, потому что если это не последний, это издевательство. Погоди, 101-й, 101-й тогда берем. Сейчас, сейчас, сейчас. Тут больше. Тут больше патрон. Да вы издеваетесь! Сколько ж ваш тут, ёб, макарёк, а? Фу. Броня, 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 чё с бронёй? Эпоксидка, есть, есть, есть. Слушайте, как хорошо, что я сейчас обратил на это внимание. Так что плита-то нас спасла. Второго успеешь проверить? Михаил, я иду за рюкзаком, самое главное, да? То есть цель какая? Химза. А лут это дело наживное. Так, упарываемся на всякий случай адреналином. Разлутали, сотри своего архаровца. Разлутали они своего архаровца. Так, у меня закрыто, да, здесь? Да. Так. Вот это аэро, блин. Блять, соседние что ли это? Непонятно на каком этаже только он. Я сейчас начну суетиться, схвачу. Слышу его. Слышу, слышу. Сейчас попробуем съебаться. Знаете, есть такое блюдо сибаса. Вот, Тимоха, короче, готовит блюдо сибаса. Блять, пропади ты пропадом, а. И попробуем высмотреть его. Если в спину не завалит, надо рюкзак переложить. Не попал, зайчишка, не попал, потому что нас спас адреналин. Не попал, мальчуган, не попал. И Тимоха съебал со всем вашим лутом. Тили-тили, траливали. Да уж. Ну чё, неплохо так-то побились. Блин, я тоже думаю, может донести всё-таки это до схрона хотя бы. Мне так-то и зарубиться хочется, но потом я понимаю, что это ж 200 лет потом искать я буду. А так пацаны почти всё нашли.